Всем привет! Пришло время высаживать чеснок, вскапывать грядку. А у меня самый интересный момент, поломалась лопата, держак. Купил другой, сейчас по-быстрому поменяю и будем садить чеснок. Буду выбивать как-то деревяху. Здесь какой-то штырь насквозь, он заклепанный. Наверное, буду срезать болгаркой. На ручке также. Еще нет, быстро. В этом году садим чеснок на другом месте, на другой грядке. Говорят, нужно менять место посадки. Между рядами решили оставить побольше места для того, чтобы весной было легче пропалывать. Вот. А в рядочках, вот как здесь, погуще садим. Вот такой чесночок. Я когда вскапывал, перегной не добавлял, значит добавлю, посыплю поверху пеплом, а еще сверху перегноем посыплю, такой себе ленивый метод. Потом еще укрывает сеном кто-нибудь, все методы хороши.
Маленькое отступление. Это мамин огород. Она промульчировала сухими иголками от сосны клубнику и чеснок. По ходу дела еще заодно высадили пару кустиков клубники. Будет больше клубники. Сегодня починили лопату, посадили чеснок. А кому было интересно, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем пока!